У меня поменялась внешность, я стала гораздо лучше выглядеть. То есть эмоции, которые влияли на меня, они, конечно, отражаются на лице. Вот. Ну, я говорю, вот наладились отношения с родителями, я ушла с той работы, о которой грезила всю свою жизнь сознательно, на которой проработала 12 лет. Я сейчас ухожу в совершенно другую схему. Вернулась в спорт. И предложение по работе. Вот у меня за неделю уже 5 предложений по работе. Но я уже не хочу в эту сферу. Поэтому не бойтесь, если вы желаете изменить жизнь, проработать какие-то моменты, ситуации, поверьте, это работает. Биолокация – это вообще очень древняя наука, которой пользовалась даже Клеопатра для решения своих проблем.